Меня зовут Бахадыр, мне 9 лет. Я учусь в курсах компьютерной Саватханли. В этих курсах я научился таким программам, как Excel, Word и PowerPoint. Мне нравится наш учитель и наша команда, так как мы все дружим друг с другом и идем в команде против всех проблем. Мне нравится наш учитель, его имя Джаладдин, и он научил нас многому, таким он научил нас всему. Благодаря нему мы можем. В будущем я хотел стать военным, как мой папа, так как он спасает жизни многих людей. Когда я сюда пришел, я не знал такие программы, как PowerPoint, Excel, Word и так далее. После того, как у нас закончились курсы Data Kids, я научился многому. Я хотел бы стать Человеком-пауком, так как он спасает жизни многих людей. Когда такие люди, как пожарные, не могут справиться с огнем, он приходит к ним на помощь и создание утаскивает всех людей. Этим спасает их жизни. Здесь я познакомился с многими людьми и подружился с ними. Такие как Назар, Бигзот, Лазис, ну и все. Большую часть времени я уделяю на уроки, так как я хочу быть отличником в 4 классе и уйти из школы на отлично и получить диплом. Большинство свободного времени мы с Аркином занимаемся, мы с моим братом занимаемся занятиями. Иногда мы с моим братом играем с нашей кошкой Муркой. Она породистая и рыжая. Ну и мы с ним иногда играем в телефоны весь день. Иногда мы с моим братом выходим на улицу и занимаемся спортом. Наши мама и папа устроили нас на такие виды спорта, такие как плавание и дата, для того, чтобы мы могли плавать, если мы случайно упадем в воду. А в дате нас учат программированию для того, чтобы, когда мы стали взрослыми, мы могли устроиться на работу программирования и зарабатывать деньги для своей семьи.